42 юных спортсмена встретились на городском турнире по настольному теннису. Соревнования проходят ежегодно и традиционно собирают участников. Один из опытных игроков – Карен Акопян. Парень занимается пинг-понгом уже 6-й год. Постоянно участвует в соревнованиях. В копилке спортсмена уже есть призовые места. Этот турнир не исключение. Карен стал лучшим в старшей возрастной группе. Этот вид спорта очень сложный. То есть, если ты там ошибку сделаешь, то мяч просто упадет. И все, минус очков. Аня Храновская пришла в настольный теннис вслед за своим братом. За плечами уже 2,5 года тренировок, а впереди цель – победить на дальневосточных соревнованиях. К мечте движется постепенно, наращивая мастерство. На городском турнире Аня обошла всех своих соперниц. Самое главное, наверное, нужно двигаться, чтобы успевать к мячу, делать правильное движение. Ну, изначально нужно научиться держать ракетку и подавать подачи. В младшей возрастной группе лучшими стали Арсений Швецов и Мария Шевченко. А всех желающих поиграть и посоревноваться ждут на Ленина 41 по субботам и воскресеньям. Там проходит турнир «Лига округа», который входит в календарь Российской Федерации настольного тенниса и позволяет выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Анна Клыга, Антон Войцеховский, Телемикс.